попалят нас тут, ох, попалят. Да не ной ты, не попалят. Нахуй, замаскируйся. Сидишь как прыщ на видном месте. Да. А, втыкай там эту. Вставляй. Штучку. Так, я тебя лучше на улице подожду. Ну чё там, всё, нет? Да не ори, ты не слышишь ничего. Управление требует, чтобы мы поскорее решили вопрос с этой бандой, которая грабит ювелирные магазины. Есть кое-какие наметки, можно попробовать к ним влезть. Но кого послать? Не Зайцева же. Можно Костина, но он все испортит. Начаркин. Да. Да, товарищ полковник. Так. Угу. Понял вас. Спасибо. Спасибо, что держите нас в курсе. Угу. Всего доброго. Они сегодня выпускают Шипова. Вели ему подкожно какой-то препарат с радиоактивным изотопом. Угу. Будут следить. Да. Я только одного не могу понять. Мы еле-еле упрятали его. Зачем выпускать? Ну, они хотят, чтобы он вывел их на некоего Зигмунда и помог раскрыть махинацию, которую тот затеял. Какую махинацию? Я, честно говоря, толком не понял. Да. Полковник темнит. Я думаю, что это связано с банковскими счетами еще советских времен. Ну да, типа золота партии. Ну, первое, что приходит в голову. Вот фотографии погибших в ресторане «Вип Дрим». Так, а это что? Цифры? Да, цифры. Угу. Но на номер узника концлагеря не похоже. И еще у двоих убитых были такие же метки. А для счета слишком мало цифр. В ресторане было три уважаемых бизнесмена с охранниками. В прошлом товарищи Бозин, Калмыков и Карпов. Видные коммунисты, работники Министерства внешней торговли. Видимо, ставка действительно очень высока. Ну что, все? Да. Так. Поехали, отвезу тебя домой. До завтрашнего утра свободен. Ага. Укол собака болючий. Да, что-то ноет немного. Может быть, они какую-нибудь дрянь на нас испытывают, а? Не пойму. Может быть, может быть. А у тебя что, не болит, что ли? Мне что, какой-то другой укол кололи? Точно так же болит, просто терплю. Не знаю, у меня ж рука отнимается. Оборзел, что ли? Извини. Чего извини? Тихо ходить ты должен, когда я хожу. Понял? Хорошо, буду ходить тихо. Ты мне не нравишься. Ты на петуха похож. Yeah.
Остынь чуть-чуть. Я тебя убью, падла вонючий! Стоять! Стоять! Понял? Пошел! Пошел! Я тебя завтра как на красную зону отправлю, там тебя быстро вылечат! Второй не убей! Такого кабана ломом не пробьешь. Тихо тут! Ой, Ярик, сколько мы с тобой всякой ерунды накупили. Вон, смотри, папа дома. Будет нас ругать, что столько денег потратили. Да не будет он нас ругать. Мы купили все самое нужное. Ярик, знаешь, что мы забыли? Мы же солнцезащитный крем не купили. Ой, да ладно, на Бали и купим. Его там, наверное, завались. Наверное. Мам, представляешь, послезавтра мы будем валяться на пляжах на Бали. Нет, я не представляю. А я представляю. Солнце, море. И мы втроем. Я очень счастлива. Я тоже. Ключ от шифра у Шипова. А его можно достать? Все в наших руках. Это цена. Угу. Понимаешь, это путешествие на Бали мы выиграли не случайно. Не случайно? Не понимаю. Курбатов с Начаркиным все подстроили. И им, видимо, кто-то помог из более властных структур. Не понимаю, что все это значит. А это значит, что они все продумали. Когда я окажусь на Бали, они из тюрьмы выпустят механика. Ну, помнишь, я тебе про него рассказывал, тот, который Степу убил? А зачем? Почему? Я не понимаю. Как? Как-как? Скорее всего, они ему хотят устроить побег из тюрьмы. Чтобы механик для них нашел что-то. Ну, тогда замечательно, что тебя начальники отправляют на отдых. Значит, они о тебе заботятся. Да все не просто так. Видимо, кто-то очень хочет, чтобы механик ушел из-под слежки. А если он окажется на свободе, для нас это может быть очень опасно. И что нам теперь делать? Я все решил. С вами поедет Дима Коростылев. Ребус? Да. А я буду следить за механиком. Ну, может быть, тебе лучше поехать с нами. Так будет безопаснее. Таня, поверь, так надо, пойми. Ну, может быть, лучше ты с нами поедешь. Они тут как-то без тебя справятся. Да, если ты волнуешься за меня, то напрасно. Я просто прослежу, чтобы все прошло гладко, чтобы механик снова оказался в тюрьме, и все. Ну, согласна мне помочь? Угу. Ну, молодец. Ты мне раньше, Феликс, никогда ничего не рассказывал. А я и потом тебе ничего не буду рассказывать. Угу. Просто сегодня случай особый. Шипов, Махарадзе, с вещами на выход. Начальник, что творите? Беспредел опять творите? Заткнись, Махарадзе. Тебе что, вчерашнего мало было? С вещами на выход. Бывай, механик. Может, не свидимся уже? В стене. Давай. Понял, Ребус. Головой за них отвечаешь. Ты это не переживай, Феликс. У меня не забалуешь. Ну да. Так, значит, купаться только под моим присмотром, а по вечерам никуда не ходить без меня. Я правильно говорю? Правильно. Все понятно. Давай, загружайся. Господи, Феликс, как я не хочу ехать без тебя. Ну, конечно, две недели пролетят быстро, не заметишь. Феликс. Ну, Ярик, пока. Целых две недели без тебя. Ну, ничего страшного. Так, ладно. Долгие проводы. Может, все-таки поедешь? Так. Мы же договорились. Не хватало, чтобы мы еще на самолет опоздали. Ладно, пока. Пока. За вас. Ребус, руки-то убери. Да я ж только помогаю. Давай, садись. Вот помогай без рук. Слушай, Феликс, ты вот мне скажи,
Я никак не могу понять, как можно было не поехать на Бали, на халяву. Я обезьян не люблю. Пока, пока, позвоните пока, мне, пока. Как пройдете регистрацию. Блин, я еще на самолете не летал. Шеф, трогай! Лицом к стене, руки за спину. Направо. За мной шагом марш. Ты на меня так не смотри, а то огорчу напоследок. Хорошо, счастливого пути. Ты что там, накатил уже? Смотри у меня. Ладно, у меня вторая линия, пока. Слушаю. Хорошо, я понял, спасибо. Ну что, все в порядке. Малинин с семьей вылетел на Бали. Ну, отлично. А смежники начали операцию с Шиповым. Ой, не нравится мне вся эта история. Механик не такой человек, чтобы взять вот так, не просчитать эту игру. Господин генерал! Это уже не наша боль, Олег Юрьевич. Господин генерал! Главное, что мы кулинара спрятали на 2 недели. Документы на подпись из финотдела по операции «Турист». А тут нет ошибки? Нолика лишнего не поставили? Все согласно прескуранту. Спасибо. Ты видел, в какие деньжища нам кулинар обходится? Ну, что поделаешь? До конца года будем без спецфонда. Денег нам больше никто не даст. Куда нас везут, механик? Знаю. Все из-за тебя, козел вонючий. Закрой пасть. Что? Куда нас везут? Сиди тихо. Сиди ты. Зачем дергаться, если все равно до конца не пойдешь? Пошел ты в баню. Спасибо, брат! Ты кто, брат? Что арчил? Долю чужую решил хапнуть. Какую долю? А, брат! Уходим!
машины, быстро! Тихо, тихо, спокойно, спокойно. Поворачивайся. Это ты черт. Объект в машине. Хорошо сработали. И даже машину свою подставили. Жду дальнейших указаний. Шельмец. Бережете вы меня, сволочи. Какого черта? Ты что здесь делаешь? Thank you.
Алло, полиция? Сводки по городу. Побег из тюрьмы обошелся без жертв. Конвойные все живы. Хорошо. Дальше. А дальше Шипов убил охранника в яхт-клубе. Я думаю, это не последний труп. Это точно. Хорошо, что Малинина из города убрали. Да. Спокойно, ребята, спокойно. Майор Малинин, ОРБ. Сейчас разберемся, какой ты Малинин. Да. Начаркин. Так. Есть такой майор Малинин. Да. Сейчас в отпуске. Далеко. Далеко-далеко. В самолете летит. Угу. Да. Так. Так. Понял. Олег Юрьевич. Да. Какая странная ситуация. Значит, ты никуда не летишь, а стоишь тут перед нами. Значит, ты не Малинин. А кто ты? А это мы выясним очень скоро. Я вас умоляю. ППСники задержали какого-то клоуна, называет себя Малининым, говорит, что преследует преступника. Вот. На себе нашел. Так что Малинин действительно в городе. Следил за мной, вероятно, еще за кем-то, кто был в курсе происходящего. Сейчас действительно преследуют Шипова. Значит, он на тебя жучка посадил? А ты и не заметил, профессионал? Ну, знаете, если бы захотел, мог бы и на вас установить. На меня не мог. Вот свинья неблагодарная. Я на его отпуск весь бюджет извел. А он шпионить за нами удумал. Может быть, у него причины на это есть. Плевать мне на его причины. До пенсии теперь без отпуска будет. Езжай, забирай его у ППСников. Есть. Вы тоже ведь профессионал, так что, ну. Дежурный. Полковник. Здравия желаю. Где майор Малинин? При попытке одеть наручники задержанный произвел какие-то действия. Вот мы оказались в таком положении. Ну, хорошо. Но в каком направлении? Он хотя бы поехал. Мы не видели. Ну, туман в голове. Все шумит. Ясно. Товарищ подполковник! Ключ! Спасибо. Не за что. Да. Это проверенная информация. Понял. И что?
А он не хочет выбираться из города, как мы предполагали вначале. Ну, так это и хорошо. Иначе бы дело затянулось. Скорее всего, он идет к Зигмунду. Вообще отлично. Возьмем обоих. А что это? Сигнал? Сигнал слабеет. Почему? Ну, видимо, он вошел в какое-то здание. Укупнить можешь? Сейчас сделаем. Сейчас попробуем. Вот есть объект в этом здании. Отлично. Выясни адрес и вызывай спецназ. Есть. Анатолий Вячеславович, к вам какой-то механик. Говорит, что вы его ждете. У нас что-то сломалось? Филиппа позови только тихо. Сейчас. Значит, теперь бизнесмен Бабурин. Торгую антиквариатом. Впариваю в китайскую туфту лагам. И пытаешься разыскать бумаги. Какие бумаги? А кто трех хранителей кода и ключника убрал? Никого я не убирал. А я точно знаю, что ты. Откуда такие сведения? Из надежных источников. Не волнуйся. Дебил. А сколько лет ты собирался подбирать слово? А ты что, его знаешь? Неси сюда компьютер быстрее. Аккуратно прочесываем здание. Объект находится между третьим и шестым этажами. Он мне нужен живой. Начали. Есть. Работаем двойками. Второй, четвертый этаж. Пошли. Сюрпризов не будет? Не должно. 17, 18, 19, 20. Раз, два, три, четыре. 5, 6. Мезонин. Это кто ж до такого додумался? Федералы в здании. Ищут кого-то. Ты навел. Красота. А ключик-то вот. Оружие без глушителя. Может шумно получиться. А мы не собираемся стрелять. Клади компьютер. Клади. Ah!
идешь, так? Механик ушел, Зигмунд убит. Что значит ушел? Вы с ума сошли? Не кричите. Он вырезал метку, которая подавала сигнал. Что значит вырезал? Это же значит, что... Значит, он знает все о нахождении бумаг, и Зигмунд ему стал не нужен. Так, вы, полковник, провалили операцию. Пока еще, полковник. Но не переживайте, я вспомню об этом на ближайшем заседании правительства. Здание прочесать сверху донизу. Есть. Обыскать здание сверху донизу. Пошли, работаем. По городу объявлен план перехват. Разыскивается особо опасный преступник Шипов Олег Николаевич. Ориентировки разосланы по всем отделениям. Упустили, бараны! Да, Евгений Евгеньевич. Работаем. Я все держу на контроле. Само собой, буду держать вас в курсе. Это я. Где и когда встречу? Не опаздывай. Ресторан «Нельсон» знаешь? Заскочим в офис, потом туда. Угу. А я вас там буду ждать, дорогой товарищ. Добрый день. Здравствуйте. Я вам звонил. Мне нужно пройти в банковской ячейке. Господин Шипов, пройдемся. Я хочу увидеть ключ. Нет проблем. Знаете, хранилище арендовано на 50 лет. Сейф открывается при помощи ключа и шифра. Шифр – кодовое слово. Я знаю слово. Да. Понимаю. Понимаю, полковник. Угу. Ну, каждый имеет право на ошибку. Всего доброго. Ты понял? Они Шипова упустили. Да я читал сводки. Просят нашего дальнейшего содействия. Чтобы опять все испортить? Нет. У меня есть другая идея. Слушаю. Малинин Шипова не упустит. Хоть из-под земли, но достанет. Так вот, когда они встретятся, хорошо бы оказаться рядом. Хорошо. А как мы найдем Шипова? А мы Шипова искать не будем. Мы отследим аппаратуру, которую Малинин взял из офиса. Если ноутбук работает, то это возможно. Так, чего мы сидим? Ну, нужен звонок в техотдел. Я же не могу приказать следить за сотрудником, который находится на задании. А Малинин у нас на задании? Я, конечно, могу написать в служебной записке, что Малинин вынес спецаппаратуру для слежки из отдела. Хорошо, будет звонок.
Ты все-таки опоздал. 5 минут не страшно. Здесь все, что было в сейфе. То, что нужно. Зачем тебе это? Антиквариат. Ладно, давай рассчитаемся. Паспорт чистый. Чековая книжка на предъявителе. Ведь я сюда могу вписать и цифру с 7 нулями. Можешь, если не боишься. На вот тебе еще на мелкие расходы. Да, слушаю. Ага. Отлично. Спасибо. До связи. Алло, товарищ генерал. Техники провели уточняющий пеллинг. Феликс в ресторане «Нельсон». Да, я срочно выезжаю туда. Понял. Отбой. То есть ты хочешь сказать, что платишь такие деньги за никчемные бумаги времен царя Гороха? Это долговые векселя. В Первую мировую войну Российская империя брала огромные займы у Великобритании и Франции. И, как ты понимаешь, отдать не успела. Российская Федерация объявила себя наследницей империи. А значит, унаследовала и долги. И какие там суммы? Пересчитайте на наше время 1 миллиард долларов. Никто не будет платить. Конечно, нет. Но дело в том, что эти бумаги могут очень сильно испортить имидж страны. А это кое-каких денег стоит. И что ты будешь делать? Ну, конечно, предоставлю распоряжение родного правительства. Да-да, конечно. Не веришь? Я тебя давно знаю. Ты бесплатно даже бумажку в урну не бросишь. Небось, переправишь за границу, оттуда будешь грозить, а здесь обеспечивать панику. Ну да, что-то в этом роде. Должен же я купить расходы. Ну что? Ты понимаешь, что это провал? Может, еще найдем? Как? Как без метки мы его найдем? Рано или поздно он засветится. Да если он засветится, с тобой погоны снимут, ты это понимаешь? Да. Понял. Он в ресторане «Нельсон». Спецназ, снайперы, готовность минута. Есть. Вы готовы сделать заказ? Что? Готовы заказ сделать? А, нет, спасибо. Что смешного? Да так, видел в одном кино. Так кто, ты говоришь, будет принимать эти векселя? Кто их должен оплачивать? А, ну, государство, естественно. Если оно задолжало, так оно и оплачивать собирается. Правильно я понимаю? Ну, дай бог. Механик, стоять! Дайте мне уйти, или я убью ее. Олег, не дай тебе Беляеву! Yeah.
Добрый вечер. В чем дело, полковник? Гражданин Беляев, что вы тут делаете? Зашел покушать в ресторан. А у вас, между прочим, стрельба. Да. Вы вот там находились, вон там. Так, может быть, вернемся? Так, уберите руки, пожалуйста. В чем дело? Ладно, пройдемте. Хорошо, пойдемте поговорим с вашим начальством. И не отставайте от меня. Какого черта? Какого черта? Он нужен был живой. Ну и брали бы его живым. Вы, генерал, ответите за то, что скрыли информацию о местоположении механика. А вы ответите за то, что вы упустили его, хотя уверяли, что держите все под контролем. Вы нам сорвали операцию. Нужно было лучше готовить операцию. Извините, товарищ генерал. Так получилось. Здравия желаю. Что у вас здесь происходит? Господи. Замечательно, что вы здесь. Егор Борисович, вы что здесь делаете? Кофе попил? Вот так вот. А тут стрельба началась. Смотрите, хватает, арестовывает. Разберитесь, пожалуйста. Вот, возьмите. Здесь кое-что интересное. Слушайте, разбирайтесь сами собой. Господин Беляев, вы арестованы. Капитан, увести. Так, я это так не оставлю. Это так просто вам не сойдет. Имейте в виду! Она болит, а небось хорошо. Думаешь? Мне кажется, там скучно. А здесь всегда есть товарищи, которые помогут, если что. Скорую-то вызвали. Сейчас. Так, Ярика, я сама не верю. Так, Дима, не закрывайте Ярика. Да, не закрывайте, отойдите. Да что вы? Риточка, сама себе завидую. Где Малинин? Давай, уже иди скорее сюда. Давайте подождем Олега Юрьевича. Я не могу без свидетеля. Давайте. У тебя вон целых два. Я могу быть со свидетелем. Вот когда я был на Бали, там было... Прям с мигалками. Олег Юрьевич, здравствуйте. Танечка, поздравляю, но служба есть служба. Ознакомьтесь с приказом. Что? Малинин, в машину, быстро! А что случилось-то? Приказ министра. А? Быстрее, быстрее. Понял, я понял. Пока не началось. Малинин! О, началось. Танечка, прости! Скотина! Таня, страна в опасности! Сволочь!